трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 января 2018 страховые компании должны начать получать данные с устройств эроглонас, установленных в автомобилях. Речь идет, к примеру, о скорости в момент ДТП, его времени и месте, идентификационной информации. Страховщики и операторы системы надеются, что это увеличит число желающих оформить незначительную аварию по европротоколу. Напомню, что передатчики эроглонас обязательны для всех новых машин, продаваемых в нашей стране с 2017 года. Установить их можно и платно. Правда, вот достоверно неизвестна цена вопроса. По размещенной в сети информации, сам прибор и его монтаж стоят от 4000 рублей до нескольких десятков тысяч. Трасса 101. Министерство финансов неожиданно заявило, что 10% скидка, которую можно получить при покупке машины по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», облагается налогом на доходы физических лиц. По информации «Коммерсант», сумма, которую должен отдать покупатель государству, доходит до 19 тысяч рублей. Многовато для не самых обеспеченных россиян, на которых и рассчитаны программы. Слава богу, что на это быстро отреагировало Министерство промышленности и торговли, пообещавшее внести изменения в налоговый кодекс, благодаря которым 13% от скидки платить не придется. Трасса 101. МВД предлагает ужесточить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Конкретика пока не ясна. Сообщается, что полицейские будут настаивать на увеличении суммы штрафа, сейчас от 200 до 300 тысяч рублей, и срока нахождения за решеткой, сейчас максимум 2 года. Трасса 101. Известны самые покупаемые в России новые пикапы. Лидировавший долгое время Toyota Hilux в начале осени уступил пальму первенства УАЗ пикап. На третьем месте Mitsubishi L200. По итогам года, однако, Hilux наверняка окажется первым. Добавлю, что пикапы у нас традиционно пользуются мизерным спросом, менее 1% в общем объеме продаж. За рубежом начат выпуск детских автомобильных кресел, оснащенных подушками безопасности. Они вмонтированы в лямки устройства. При ударе подушки мгновенно заполняются углекислым газом и существенно снижают нагрузку на голову и шею ребенка. Рассчитаны такие кресла на детишек в возрасте от 4 месяцев до 4 лет. Однако вот цена новинки кусается – порядка 42 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.